На конкурс дети читают стихи. Вадим Касимов, 9 лет. «Голуби мира». Стихотворение собственного сочинения. Наша школа на улице мира стоит. У нее очень мирный, приветливый вид. И бескрайнее небо сияет над ней. Только белых в нем нет голубей. Я об этом задумался. Ранней весной все друзья мои были согласны со мной вырезать из бумаги. Там было не лень, голубей вырезали весь день. Коммунарские сборы на славу прошли. Наши голуби все свое место нашли. А на утро прохожие подняли взгляд, видят, голуби в небе летят. В каждом классе, на каждом оконном стекле белый голубь парит в вышине.